Где мы? Мы в лесу зимнем, очевидно. Ну, А что мы тут делаем? ты уже давно не спишь? Ну да, я проснулся только. Слушай, пойдем отсюда. Здесь как-то стрёмно. А где мы, серьезно? Мы же с тобой... Подожди. Ты где там? Мы же с тобой... Что-то у меня провалы в памяти. Я не помню, что до этого было. Блин, тут так прикольно. Как мы здесь вообще оказались? У меня вопрос такой вот к тебе. Да хз, я просто спал и проснулся в О, этом лесу капец, каком-то. тут дом. Ты тоже О, это видишь? Или у да-да. меня Ну, глюки? конечно, вижу, у меня же не галлюцинация. Или у нас обоих галлюцинация, хз. Не знаю, но вот снег прям вообще красивый. Тут лес такой. Подожди, надо постучать. Не, дом настоящий. Есть кто? Пожалуйста, спасите нас. Мы замерзаем, тут холодно. Откройте, пожалуйста. Открывай, сука, Новый год, блядь. Черт. Мы... Наверное, давай зайдем. Ну давай, а что еще остается, чему-то ждать, блин? Давай, ты первый заходи. О, а тут паутина. Наверное, дом заброшенный, я не знаю. Ну да, тут повсюду паутина и как-то и Слушай, грязно еще. что-то холодно прям вообще так. А, ты не мог бы... Подожди, тут печка есть хотя бы что-нибудь такое? Есть печка. Блин, что-то реально холодно. А, там какой-то ящик, посмотри. Сейчас. Видишь, там ящик Да какой-то? вижу. Что там лежит, блин? Да вот дрова, короче, сейчас печку растопим, зашибись А, будет. блин, холодно вообще прям. А, ты сам замерз-то? Ну да. Черт. Фух, блин, холодно. Фух, давай погреемся возле печки. Ну так что будем дальше делать? Ну, пойдем на улицу, будем чубаку ловить, я не знаю. Блин, реально не смешно, что делать нам? Холодно вообще. Где мы вообще оказались, не пойму. Ну, в зимнем лесу красивом. Кстати, тут реально красиво, мне нравится. Да. Но только холодно очень. Вообще прям. Слушай, более-менее отошел. Давай посмотрим, что вот в этой комнате. Кровать одна стоит. Фу, какой-то пыльный стол. Книги какие-то. А, непонятные. Блин, ну если здесь прибраться, то можно, в принципе, здесь нормально обустроиться так. Так, слушай, может быть, сходим на улицу, посмотрим, что там есть? Ну давай. Блин, а, черт, паутина странная, ненавижу Блин, тут паутину. холодно. Ну, здесь холоднее, конечно. Фу, блин, аж замерзаю. А, ты что, болеешь, что ли? Простыл? Да. Давай, выходи сюда, пойдем. Я что-то там видел, кстати. Блин, что-то холодно, вообще Блин, прям. вообще холодно, жесть. Вон, смотри, какой-то мост. О, серьезно. Тут все в снегу. Я надеюсь, он крепкий хотя Ну, судя по бы. этому, я думаю, обратное. Он не крепкий какой-то. Дом, смотри. О, нифига, ого. Еще один дом. А что-то он заколоченный какой-то. Может быть, тоже заброшен? Ну, давай постучим на всякий Ну случай. давай, вдруг там кто-то живет все таки. А как ты думаешь, стоит нам туда заходить или нет? Мне как-то страхово. Как думаешь? Вот у меня какое-то предчувствие плохое, то что он это... Там, не знаю, вот Да как-то что там может быть? с Нормально все опаской будет. как-то туда Да идти. нормально все будет. Не нормально, в принципе. Тогда Ну, давай попробуем. давай. Слушаем, дом большой. Прям вообще. Ого. А у тебя есть какой-нибудь факел, там что-нибудь? Да, есть ща. Во. Вот так лучше намного, слушай. Давай пойдем налево, наверное, сначала. Тут книги Вот тут какие-то. стул даже, посмотри. Две кровати есть. Стул. Да, вижу. Офигеть, кресло. Ого. Офигеть, реально. Ну-ка, я попробую. Ой, прости. Тебе случайно стукнул. Да ничего страшного. Офигенный стул. Жаль то, что не крутится он. Попробуй сядь на него. Ну чё, нормальный стул? Да вообще зашибись. Я тебе чё... Снег закончился. Так, Что? здесь какой-то проигрыватель, печка опять. Чё? Чё ты с табуреткой делаешь? Так, у... Твою мать. Слушай, Что там? тебе сейчас не смешно будет. Зайди сюда, посмотри, что там. А, уж. Посмотри на потолок. Ого, нифига себе. И как это объяснить? Я не... Вот знаешь, какая-то криповая тут система. Штыри какие-то странные. Вот А именно на чё вот это потолке. такое? Где? Ну вот это Ну, это реально. подушка, сядь на нее. Она удобная, кстати. Тебе так скажу. Садиться на подушку Ну зачем? да, на подушку присядь, она прикольная, кстати. Ну что, нормально, да, подушка? Да, вообще зашибись. Давай посидим, наверное, поговорим немножко. Как думаешь, что делают два дома в каком-то глухом лесу? У меня вопрос такой.
Может быть, это какой-то старый поселок? Тут вот еще кресло какое-то. А у меня вопрос вообще, что тут штыри какие-то делают? Так у меня тоже, вот смотри, они какие-то реалистичные, прям штыри висят в потолке, как будто их пробили. Забирай, наверное, факел, пошли наверх поднимемся, тут нечего делать больше. Сейчас. Так, наверное, это, пойдем. Опять ты меня пизданул. Ты там где, давай. Я Закрой там. на всякий случай. Сейчас. О, тут смотри, Опа. как на отдыхе, на пляже, знаешь, такие кресла, А, вот. да, я видел И такие. тут, кстати, окна занавешены. Я не понимаю, зачем. Ух ты! Здесь, кстати, еще печка есть, можно было бы растопить. У тебя там дров не осталось случаем? Ты не брал с собой? Не, все там остались. Да, давай тогда сходим обратно за дровами, наверное. Ну давай. Хорошо. Или давай, подожди, я тут пока обустроюсь, ты сходишь за дровами. А, ну Окей? давай. Давай. О, прикольное кресло, вообще удобно прям. Чувак, я пока, типа, мы тут гуляли, тут уже то дерево превратилось в уголь, и теперь у нас есть древесный уголь. Ну круто, тогда это еще ой, еще лучше, давай растопи печку там. Давай. Посиди. Потеплее стало. Так, слушай, давай я, наверное, шторки занавешу. Там, наверное, уже утро наступает, я не знаю. Или ночь еще, я даже не знаю. Ну, примерно сколько время, как думаешь? Ночи. Давай, наверное, здесь заночуем. Просто нам некуда деваться. Давай. Я вот сюда вот. Выйдем, посмотрим. Ну давай, слушай. Хотя нет, подожди, что-то стрёмно. С такой силой колотится. Ты слышал? Да. Кто-то стекло разбил капота. Блять, страшно вообще. Не надо, не надо. Ты чё, мало ли чего. Открывай, сука, Новый год, блядь. Чё ты сейчас сказал? Ты сейчас что-то говорил? Нет. Или мне послышалось? Подожди, так это ты меня троллишь, да? Нет. Ты правда это говоришь? Нет. Ты реально троллишь меня? Нет. Блять. Нет. Нет. Не, ну, посерьезно, скажи мне, пожалуйста. Да нет. Я вообще молчал. Я тоже какие-то звуки Чего слышу. ты ходишь с дровами? Окей? Давай. Стоп, подожди. Я тебе это днем сегодня говорил. Сходи за этими, за дровами. Ты тоже это слышал сейчас? Да. Или мне это послышалось? Ну, я тоже слышал что-то такое, Давай какие-то задрования. потише, потому что мне что-то это не нравится. Блять. Ну сколько же А как ты стрёмно это думаешь, все. стоит нам туда заходить или нет? Мне как-то страхово. Ты... Как бы... Подожди. Ты опять слышал это? Да. Ты сюда... Чёрт. Кто ходит потом? Что Блин, это? а если сюда сейчас зайдут? Я не знаю, ну что делать, блин. Чёрт, знаешь, как стрёмно. Блять, вообще... Давай-ка, наверное, подопрем чем-нибудь. Кто сейчас к нам еще залезет кто-нибудь сюда. Нам это не надо. Так, блин, вот смотри, возьми этот. Чё, это комод какой-то. Возьми, попробуй его. Так, давай. Подпирай. О, молодец. Так, что-то мне это не нравится все. Ну, я думаю, они не сдвинут это Потише вглубь. говори, потише говори. Мы тут не одни. Уже расцветает, подожди. Черт, что-то мне все это не нравится. Что-то башка кружится вообще. Я пойду, наверное, вздремну. Вот что-то плохо мне. Ой, брат, я там какие-то звуки слышу. Стефан. Я там звуки какие-то слышу странные. Что, опять что ли? Ну да. Опять какую-то фигню проводят. Слушай, опять нашими голосами говорят? Ну да. Мне это не нравится, слушай. Может, разберемся, пойдем? Не знаю. Это не опасно? Хотя нет, надо задуматься. По-моему... На улице ночь, кстати. В смысле? Было же утро, когда я ложился спать. Ну да, странно. Ну, здесь и снег идет опять. Блин, это замерзает. Я опять какие-то звуки слышу. А ничего там, что ли? Или кто это вообще мне слышится это? Надо, блин, посидеть немножко.
Блин, что мне делать? Ладно, тогда давай проверим, все-таки меня уже задругали эти звуки. Давай. Давай сейчас попробую сдвинуть. Вот так вот. Отлично, пока вот сюда на время переставлю. Ну давай, ты первый, ты первый. Что ты? Спускайся там. Чувак, тут двери открыты. Что? Двери открыты. В смысле? Тут стекла. Беги быстрее! Стекла. Беги! Куда? Черт, беги! Быстрее! Куда-нибудь быстрее беги! Черт! Вон дом какой-то. Давай быстрее. Сюда, быстрее беги. Там сзади кто-то бежит. Быстрее заходи. Черт, чувак. Что там было? Что там было? Что-то видел? Какие-то звуки. Ё-моё. Ты слышишь, дверь тут ломится. Ё-моё. Блин, мне настолько плохо. Заколоти чем-то дверь. Вот стулом давай подопрем. Блин. Сейчас подожди. Отойди, пожалуйста. Чувак, вот стулом еще подпереть. Вот так вот. Все, тихо, давай. Только не смотри ничего. Все. Думал, вот так нормально сойдет. Блять, знаешь, насколько мне стрёмно. Блять. О, башка болит вообще. Черт. А что это было? Кто это вообще? Давай потише говорить, он все-таки это. Здесь находится где-то. Какое-то существо непонятное, слушай. Я думаю, этого хватит. Сейчас рев был, я чуть не оглох. Дубис в дверь еще сильнее. Ладно, все, тихо, тихо. Заткнись. Иди сюда. Быстрее сюда. Открой, посмотри, что там. Он в том ящике. Так. Тут какие-то зелья. Потише говори. Это зелья. Зелья? В смысле? Записка. Какие зелья? Ты о чем вообще говоришь? Да какие зелья? Может, вода обычная? Я не знаю. Может, это вода. Что покажи там? Мне. Вот. Какое, блядь, это зелье? Это обычный бутылек с водой. Я такие, кстати, давно не видел. Так, а что там ты еще нашел, кроме воды? Там топор был железный. Топор? Может, выйдем пиздюлей дадим ему? И какая-то заметка. Ну-ка, прочитай. Заметка? Давай, я буду читать. Так, подожди. Я плохо читаю, я сейчас уберу. Блять, ладно, давай сейчас я прочитаю вот так вот. Не открывай двери, не смотри в окно, а занавеши его. Не шуми, сиди тихо. Не разговаривай с ними, так они узнают, что ты там, и убьют тебя. При встрече с ними не двигайся. Не ходи ночью, а сиди в доме тихо. Что это может быть? Блять, я не знаю. Потише только. Ну, что-то страшное стало. Потише, говори, что ты тон повышаешь постоянно. Я это с тобой лучше возьму. Так, хотя нет, я, наверное... Короче, ладно, пофигу. Так, слушай. Если нам сказали не шуметь, то, в принципе... Стой, подожди, я что-то... Кстати, да. Не шуми, все-таки в доме сидеть тихо. И что нам делать? Мне не страху выходить, подожди. Занавеши окна, он еще там кто-то писал, да? Так, подожди. Ну, они тут и так заколочены. Ничего, просто снег идет и ночь. Слушай, мне все это не нравится. Давай-ка, наверное. Я не знаю, что мне там придумать. Выходить туда опасно. Там никого нету. Ну в доме ты слышал, прям в соседней комнате рев такой жесткий. Там еще. Ё-моё, это что такое? Трофей какой-то. Тихо. Что?